Очень многие наши больные, они не хотят обращаться к врачам, когда у них появляются, не обостряются, а появляются какие-то заболевания. Они думают, ладно, пройдет, потом схожу в поликлинику, но так это все дело затягивается, что потом заболевание переходит в хроническую форму. Большинство больных у нас самостоятельно принять какие-либо препараты, которые им выписаны участковыми врачами, они не хотят. Они вызывают для этого скорую помощь. Также очень много вызовов связано с тем, что больные сами плохо не умеют себе мерить артериальное давление. Либо у них сели батарейки в глюкометре, и больные с сахарным диабетом вызывают нас, чтобы померить сахар, уровень сахара в крови. Вот. А так в основной своей массе, в общем-то, больные одни и те же. И сердечно-сосудистая система, и заболевания брюшной полости, которые это больные, которые не воздержаны в еде, употребляют ту пищу, которая им, в общем-то, запрещена, когда они должны находиться на диете, но хочется покушать что-нибудь вкусненькое. Также ездим больным, которые продолжают, несмотря на предостережение, злоупотреблять спиртными напитками. Очень большое количество этих больных. Также этим больным. Плохо себя чувствуют, допустим, на улице. Значит, надо стараться отойти в тень, надо выпить воды, желательно прохладной воды. Просто присесть. Вот. Если уже состояние чувствуете, что ухудшается, надо попросить прохожих, чтобы вызвали скорую помощь. Расстегнуть ворот рубашки, ослабить ремень на брюках. И прилечь. Попросить, конечно, окружающих, чтобы как-то приподняли ноги, чтобы был отток крови в голове. Вот. Ну, если есть нашатырь, очень хорошо бы с собой носить в это время, потереть виски, понюхать нашатырный спирт, это приводит в норму человека. Если все нормально, самостоятельно справились, ну хорошо, тогда можно обойтись и без скорой помощи. Необходимо, чтобы кровь не сгущалась, чтобы не было инфарктов, инсультов из-за сгущения крови, надо пить побольше воды. И лучше всего пить воду с аскорбиновой кислотой. Выжать бутылку с водой, да, выжать лимон. И все, и нормально. И суточная норма будет восполнена. Потому что вместе с потом мы теряем большое количество аскорбиновой кислоты.